Сейчас многие школьники не обедают в школьных столовых. Почему школьные обеды перестали пользоваться спросом? Мы решили это выяснить. Поэтому интернет-канал «Балаковский репортер» запускает новый проект «О вкусах поспорим». Наша съемочная группа будет посещать школьные столовые и пробовать блюда, которыми кормят ребят. Мы попробуем и расскажем, съедобны ли завтраки и обеды. Руководство школы не знает о грядущей проверке. Сегодня мы находимся в гимназии номер один. Пойдемте посмотрим, как тут кормят. Здесь кормит, кто поставщик продуктов, так скажем, на стол школьникам Балаковским? Значит, гимназию обслуживает индивидуальный предприниматель Васильева Елена Вячеславовна. Она же является завпроизводством. Значит, на протяжении многих лет вот завпроизводством и бригада с Еленой Вячеславовной работали под руководством разных предпринимателей. Вот, но так как они менялись у нас, Елена Вячеславовна решила сама открыть индивидуальное предприятие, попробовать и поучаствовать в конкурсных процедурах. У детей разнообразное меню, ежедневное. Дети у нас кушают очень, я бы сказала, повторюсь, разнообразно, потому что у нас и обеды, и завтраки, и просто детки там заказывают просто первое, там, допустим, с чем-то, с булочкой. Стараемся учитывать желания каждого. И родители приходят, спрашивают. Мы даже учитываем то, что некоторым детям вот нельзя там по болезни там что-то. Даже это как-то учитываем. Стараемся, во всяком случае. Еще у нас есть родительский общественный контроль. У нас заведен журнал. Это можно его показать. Значит, два раза в месяц, раз в месяц они приходят. Они приходят сюда родители и осуществляют контроль за организованным питанием. Пробуют пищу. Именно ту, которую вот, едят дети. Они все это пробуют и пишут отзывы. А коррективы вносятся какие-то в меню? Конечно, конечно. Завтрак у нас стоит 50 рублей, обед 55. У нас самый дешевый обед будет. Сегодня у школьников гимназии номер один в меню. Сосиски молочные с соусом, макаронные изделия отварные с маслом сливочным, морковь тушеная с изюмом, булочка и кофейный напиток. Ну что, давайте попробуем. Макароны вкусные. Вкусно. Моя любимая тушеная морковь. Это съедобно. Мы взвесили на весах 5 сосисок и узнали, что весят они 374 грамма. В среднем одна сосиска получается 74 грамма, а это больше, чем заявлено в меню. Ну и так, ребят, расскажите, как вам еда в столовой? Отлично! Хорошо, очень вкусно. А какое любимое блюдо? Отлично. Ну расскажи, как тебе еда в школьной столовой? Ну, очень вкусно, я очень люблю. Так, а что больше всего любишь? Даже не знаю, все очень вкусное. Мне нравится еда в школьной столовой, от нее пропадает аппетит, но я не в смысле пропадает аппетит, она удаляет аппетит и голод, и это вкусно. Да. А что любишь больше всего? Ну, суп, наверное. Да, любой суп. Thank you.
Сегодня мы побывали в гимназии номер один и удостоверились, что кормят здесь вкусно. Если в вашей школе можно поспорить о вкусах еды, тогда пишите нам на электронную почту или обращайтесь в социальные сети. Увидимся!